В Кыргызстане предлагается принять новый закон о средствах массовой информации. 28 сентября законопроект вынесен на общественное обсуждение. В нем было отмечено, что необходимо принять новый закон, исходя из необходимости приведения действующего закона в соответствии с новой конституцией, регулирования деятельности цифровых средств массовой информации, в том числе интернете, деловых и экономических отношений, учитывать международно-правовые аспекты. Как говорится, в концепции проекта вводится правовое регулирование телекоммуникационной сети интернет с приданием им статуса СМИ. Совершенно иначе в проекте определяются такие базовые понятия, как средства массовой информации, редакция, учредитель, издатель и так далее. Это особенно важно в контексте появления фигуры собственника СМИ. Новый проект закона был разработан отделом информационной политики администрации президента.